Дворовая территория у домов 9-11 по советскому проезду – одна из 15 входящих в план по комплексному благоустройству на 2016 год. Работы здесь начались в конце июня. Исполняющий обязанности главы городского поселения Видное неоднократно встречался с жителями для утверждения плана. Все просьбы и пожелания по данному объекту были учтены. И, как рассказал Александр Усков, несмотря на некоторую сложность ландшафта этой территории, все выполняется очень качественно. Все 6 элементов будут присутствовать на этой территории. На детской площадке мы устраиваем мягкое покрытие, ремонт провели соответственно. Устраиваем новую спортивную площадку с тренажерами и для занятий воркаут. Уличное освещение уже выполнено, сделаны парковочные карманы, более чем на 100 машиномест. С жителями были неоднократные встречи, территория очень сложная, но нам удалось полностью, 100% выполнить план, намеченный с жителями в 2015 году. На благоустроительные работы в этом дворе ушло более 5 миллионов рублей. Только миллион на детские и спортивные площадки. Сейчас уже сделаны парковочные места для машин, тротуары, бордюры, ограждения. У подъездов расширена дорога, положено асфальтовое покрытие. Установлены новые столбы уличного освещения. Для жителей временные неудобства не создают особых проблем. Ради порядка и красоты в собственном городе готовы немного потерпеть. А потом результат приятно, красиво. Так гораздо лучше. Почему? Могу объяснить. Потому что машины всегда стояли у нас на тротуаре. Сейчас у них стоянка, то есть я спокойно могу ходить по тротуару, как и положено людям. Так что стараются, пусть делают. Намного стало лучше, да. Очень хорошо все сделали. Плюс я заметила, что сегодня землю, да, делают. Посыпают дополнительно землю, лишнее убирают. Так что все хорошо, нам нравится. Озеленению придомовой полосы уделено особое внимание, ведь она подчеркивает и создает общую картину благоустроенного двора. Рабочие уже приступили к раскладке грунта, и скоро у этих домов появятся роскошные газоны. Стоит отметить, что все работы планируется завершить до 1 сентября. Наталья Буслаева, Владимир Бежонов, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.